Футбольный клуб «Шериф» объявил о подписании еще одного новичка. В команду перешел нигериец Учи Гидеон Гудлад. Ему 19 лет, он выступает на позиции атакующего полузащитника. Нигериец провел юношеский этап футбольной карьеры в родной стране, после чего перевелся в Академию Макаби Петах-Тиква в Израиле, где провел последний год. Это видео Гидеон Гудлад опубликовал сегодня у себя в Инстаграме. Тут он подписывает контракт с «Шерифом», тут же и фотосессия в форме клуба.